Доброго вечера, мы из Украины. Друзья, в сегодняшнем видео я вам расскажу о том, почему вы не можете обновить приложение в App Store, какие на есть это причины и какие есть решения. Досмотрите видео до конца, и вы будете удовлетворены. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Ситуация такова, что бывает такое, что вы попали в черный список. За неуплату какого-то приложения, доната, подписки там, и так далее. Разные причины могут быть. Чтобы это решить, вам нужно, естественно, прикрепить карту, оплатить. Неважно, это будет та карта, которая была или есть. Главное сделать интернет-лимит. То есть, которую карту вы крепили, заходите в банкинг, заходите на саму карту, выбираете именно режим интернет-лимит оплаты. Вам нужно изменить не просто там на снятие наличных, на покупки, а именно интернет-лимит оплаты. Меняете на ту сумму, которую вы должны. И уже потом оплачиваете. Как узнать эту сумму? Ну, это просто. Звоните в банк, там у вас не проходит какая-то операция. Вам скажут, какая задолженность. Или пишите в техподдержку, скачиваете приложение «Поддержка». Я оставлю ссылочку в описании и в закрепленном комментарии. Пишите туда оператору. Опять же, логинитесь по своему Apple ID. И пишите, какая у вас задолженность. Он вам отвечает. Либо же, как я сказал, оператор вашего банка, либо же техподдержка Apple вам скажут или там сумму задолженности. Прикрепили карту, изменили лимит, оплатили. Второй момент, это исправляется уже своими ручками, просто нужно сделать пару действий. Смотрим. Если вы столкнулись с тем, что вы нажимаете на приложение «Обновить», оно в вечной перезагрузке, не обновляется, нажимаете «Отменить» и еще раз нажимаете «Обновить». Вот такой вот способ помогает вам в дальнейшем обновить приложение. Вот, в принципе, все решение. Если раз нажали, они крутятся, отменили, еще раз нажали, и все должно пройти. В принципе, ничего сложного нет, как сами видели, буквально все делается пальчиками. Просто нужно... Ну, вот такие вот моменты есть, что поделаешь. Ну, если вас интересуют еще какие-то вопросы, конечно же, оставляйте в комментариях. А пока подпишитесь на канал, прожмите колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. И прочекайте все ссылки, которые есть в описании и в закрепленном комментарии. Будут вам полезны. Дальше больше. Скоро увидимся.